Конструкция и принцип работы регулятора давления до себя 100 PS. Клапан 100 PS отличается простой и надежной конструкцией. В нем отсутствуют оси, подшипники и уплотнения, которые подвергаются износу и коррозии. Единственный подвижный элемент – армированная резиновая мембрана. Она служит и приводом, и уплотнителем. Благодаря пилотному регулятору клапан 100 PS поддерживает постоянное предварительно установленное давление до себя. Рассмотрим принцип работы клапана 100 PS. При повышении давления до клапана командное давление воздействует на мембрану внутри пилотного регулятора. В нем сжимается регулирующая пружина. Благодаря этому в клапане происходит удаление воды из управляющей камеры. Мембрана перемещается и открывает проходное сечение клапана. В результате этого давление до клапана выравнивается до заданного уровня. Когда давление в трубопроводе падает, командное давление воздействует на мембрану внутри пилота с меньшей силой, что приводит к разжиманию регулирующей пружины в пилоте. При этом происходит наполнение управляющей камеры клапана водой. При наполнении камеры мембрана перемещается и прикрывает проходное сечение клапана. Это приводит к выравниванию давления до заданного уровня. НПЦ «Промводочистка». Официальный представитель «Дарот» в России.